Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в видео я покажу вам выставку очень известного дизайнера моды, одежды и не только одежды, Тьерри Мюглера, которая проходила в Нью-Йорке. Это одно из единственных, скажем так, мероприятий, которые я успела посетить, будучи в Нью-Йорке. Как раз успела на последний день. Выставка заканчивалась 7 мая. Я как раз в этот день была в Нью-Йорке, и я успела ее посетить. Выставка шикарная, великолепная, совершенно необыкновенная. Тьерри Мюглер известен как один из самых контроверсивных и загадочных дизайнеров нашего времени. Его расцвет пришелся на 80-е и 90-е. Потом он тоже очень много делал одежды. Самые необычные, самые такие сумасшедшие наряды были придуманы и сделаны им. Кстати, в английском варианте он произносится как Мюглер. Мы привыкли называть его Мюглер, но в Америке его фамилию произносят как Мюглер. Ударение на другой слог. Но это не важно. Он, к сожалению, уже не с нами. Он умер в 22-м году в возрасте 70, по-моему, 4 или 3 лет. Непонятно от чего, но это не важно. Все самые известные наряды последних лет были придуманы Тьерри Мюглером. Вот, например, это платье, по-моему, 96-го года. В нем знаменитая певица Карди Би вышла на одну из красных дорожек знаменитого Мэтт Гала. И еще одно очень известное платье, которое надела на себя Ким Кардашьян, тоже на одном из Мэтт Гала. Это мокрое платье, оно стало просто сенсацией, стало очень известным и популярным. На выставке, кстати, его не было, видимо, потому что оно находится в частной коллекции у Ким. Может быть, не знаю, но не в этом дело. Короче, к чему я веду? К тому, что самые известные и такие скандально знаменитые наряды были придуманы Тьерри Мюглером последние несколько лет. И, может быть, он не был так широко известен публике, потому что его наряды больше такие, знаете, театральные. Это хот-кутюр, это не то, что каждый человек может носить. Вот я вам покажу то, что я увидела на выставке, и то, что я сняла. Вы поймете, что это не та одежда, которая подходит каждому человеку. Это как бы не одежда для людей, для масс, так сказать. А одежда больше как произведение искусства. И это действительно произведение искусства. Я немножко вам сейчас расскажу про самого модельера. Его жизнь тоже полна необычных и загадочных событий. Он довольно такой... Много в жизни его происходило того, что, в общем, трудно объяснить, и много загадок, и непонятных вещей, и странностей. Но вот такой вот он был человек, и я, конечно, сейчас, наверное, буду читать по бумажке, потому что я, естественно, это все не запомнила наизусть, а вы пока смотрите то, что я вам буду показывать, то, что я сняла, и получайте удовольствие от того, что вы видите, от того, что вы слышите, надеюсь. Итак, Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года в Страсбурге. Звали его, кстати, Манфред Тьерри Мюглер. И с детства он увлекался балетом. Танцевать он начал в 9 лет и уже в 14 выступал на сцене Национальной Рейнской оперы. Он учился в Страсбургской школе декоративного искусства, но профессиональную деятельность начал в другой области, в моде. В 24 года Мюглер переехал в Париж, где получил подработку в качестве дизайнера и в 1973 году создал первую личную коллекцию под названием «Кафе де Пари». Как вы видите на фотографиях, его внешность очень сильно изменилась в течение времени. Дело в том, что ходят слухи, что он сделал себе несколько пластических операций для того, чтобы ухудшить свою внешность. Вернее, он несколько раз попадал в автомобильные аварии, один раз в машине, один раз в мотоцикле, и очень сильно разбил лицо. И не хотел восстанавливать свою прежнюю внешность первоначальную, а именно хотел создать свою внешность по-новому. И как он сам говорил, правда, это слухи, я не могу сказать об этом точно, но говорят, что он специально как бы немножко себя изуродовал для того, чтобы выглядеть менее, так сказать, красавчиком, а выглядеть воином. Вот такая вот у него была идея, вот такая вот история. Итак, свой первый бутик он открыл в Париже в 1978 году.
И с самого начала его коллекция был, в коллекциях его был свой стиль, который станет узнаваемым навсегда. Какие-то гипертрофированные широкие плечи, утянутая талия и подчеркнутая линия бедер, эстетика 40-х и 50-х в сочетании с футуристическими элементами костюмов из научно-фантастических фильмов делали наряды Муглера абсолютно вневременными. Вы понимаете, что я читаю, я это не рассказываю наизусть, поэтому, может быть, это звучит немножко как лекция, но я считаю, что лучше так, чем бэкать и говорить что-то, что я не очень хорошо понимаю, о чем говорю. Когда вы смотрели на его одежду, совершенно невозможно сказать, к какому времени она относится, потому что он никогда не следовал трендам, а творил в своем собственном мире на основе своего воображения, что, думаю, сейчас редкость, поскольку люди хотят попадать в струю и продавать. Это высказывание о его одежде куратора музея, в котором, собственно говоря, вот собрана вся вот эта вот одежда, она находится в Париже, и вот в Нью-Йорк ее привезли как в качестве выставки. Я абсолютно, в принципе, с этим согласна, и если вы вот, глядя на экран, смотрите то, что я вам показываю, то это совершенно невозможно представить и понять, в какие годы, в какое время была создана эта одежда, потому что она не имеет никакого отношения ни к моде, ни к трендам. Я вообще считаю, что это просто произведение искусства и что-то совершенно особенное и необыкновенное. То есть фантазия зашкаливает, совершенно зашкаливают какие-то совершенно новые, необыкновенные тенденции, которые никто никогда не использовал. Ведь он использовал в одежде металл, перья, ну, стразы это да, но это многие, но формы, которые он создавал из вот этих вот материалов, совершенно не похожи на то, что создавали другие модельеры. Это я уже от себя добавляю. Сам же Мюглер, говоря о своих первых шагах в моде, утверждал, что поначалу хотел создавать одежду чистых парижских силуэтов. Маленький черный костюм, тренч, черное платье, платье-русалка. Кстати, в начале выставки именно такие модели были представлены. В самом начале, вот если вы посмотрите назад, то вы увидите. А это уже то, что я сейчас показываю, это совсем другое. Однако славу ему принесли не парижская простота, а театральность его показов. Они превратились в зрелищные спектакли. Например, к десятилетию своей марки в 1984 году он организовал показ в форме рок-концерта на 6 тысяч зрителей, а в 1995 устроил шоу в парижском зимнем цирке. Тогда супермодели Наоми Кэмпбелл, Эва Герцеговина и Джерри Холл прошли парадом мимо зрителей, а закончилось представление выступлением Джеймса Брауна. Пик славы Мюглера пришелся на 80-е и 90-е годы. Его знали не только как модельера, а в 88-м году вышла книга его фотографий. В 92-м году он получил международное признание как основатель парфюмерной линии, выпустив аромат «Angel», имевший необыкновенный успех. Кстати, я хочу сказать, что он очень популярен до сих пор, и до сих пор его выпускают и продают. И здесь на выставке потом, вы увидите, будет посвящена целый зал вот именно вот этому аромату, потому что это считается его как бы трейдмаркой, одним из самых известных духов, которые он создал. Я, кстати, посмотревши на все это, вот решила принюхаться к этому аромату, и мне стало очень интересно. По-моему, его до сих пор продают, и, по-моему, до сих пор его выпускают. В 2002 году, однако, Тьерри Мюглер закрыл свой бренд. Он решил отойти от модной индустрии, и по его высказываниям он считал, что мода – это прекрасно, это как 3D-искусство на человеке. Кстати, абсолютно согласна именно в том, что касается его нарядов. Но этого было недостаточно, поэтому я решил заняться творчеством в других областях. Для меня она стала неподходящим инструментом, но парфюмерия интересует меня до сих пор, объяснил он. Дом Тьерри Мюглера возродился как модный дом в 2010 году, и креативным директором стал Никола Формичетти, который, в принципе, усвоил ДНК бренда, и по его работам можно безошибочно понять, что его эстетика унаследована от Тьерри Мюглера. Сам же Мюглер в последние 10 лет тесно работал со звездами. В 2009 году он стал советником по стилю Бейонсе, создав наряды для ее концертного тура. В его нарядах выходили Леди Гага, Ким Кардашьян, Меган Фокс. Именно Мюглер был, в частности, автором знаменитых голых платьев, которые тоже очень вошли, так сказать, в моду последних показов.
В 2019 году рэперша Карди Би вышла на красную дорожку Грэмми в платье устрицы из коллекции Мюглера 95 года. Видите, я перепутала, я вначале показала ее фотографию и сказала, что она вышла в этом платье на Мэтт Гала. А оказывается, это было в 2019 году на Грэмми. Прошу прощения, видите, я не углядела свою ошибку. И как бы платье было создано в 95 году, вышла она в нем в 19-м, у людей снесло крышу, как будто бы это платье совершенно новое, и вдруг все увидели его совершенно в современном прочтении, в современном варианте. В общем, как говорится, как я уже сказала, его наряды абсолютно вне моды и вне времени. И, как говорил сам Мюглер, что одной из причин, по которой он оставил моду, было то, что 20 лет бессонных ночей, создавая супергероев и супергероинь, он совершенно истрепался. Дошло до того, что меня стало бесить то, что я улучшаю других, принижая себя. И я сказала себе, хватит этой ерунды. Теперь я буду заботиться о себе и стану таким, каким был в детстве. Сильным, физически развитым, веселым борцом. Вот в этом как бы вот то, что он участвовал, вот то, что он превратил себя в такого в борца-воина, вот в этом вот есть какая-то вот его идея. Кстати, вот сейчас я вам показываю вот этот зал, который посвящен его парфюму «Angel». Очень красиво оформлено, очень красиво сделано. Вообще я хочу сказать, что выставка необыкновенно красивая, и я получила невероятное удовольствие. Мы ходили на нее с моей сестрой, моей племянницей и маленькой внучкой моей сестры, которой 4 годика. Вы понимаете, что ребенок в 4 года – это человек, которого очень трудно удержать на месте, который все время бегает, носится, что-то болтает, и ей трудно уделить много внимания чему-то, ей каждые 5 минут нужно что-то новое. Ну, знаете, как маленькие дети, то кушают, то в туалет, то еще что-то, то мама, послушай, мама, посмотри. Но я хочу сказать, что она настолько была ошарашена и удивлена и впечатлена вот этими вот нарядами, а она, кстати, большая модница у нас, несмотря на юный возраст, что мы долго ходили по этой выставке, ну, может быть, наверное, пару часов, и она совершенно чинно, спокойно, молча бродила с нами, разглядывала все, иногда задавала вопросы, все время хотела что-то потрогать, а там потрогать ничего нельзя, в принципе, они стараются, просят, чтобы никто ничего не трогал. Вот это была единственная проблема, что ей страшно хотелось потрогать все эти невероятные наряды и красоту. Но я хочу сказать, что вы представляете, какое впечатление это произвело на 4-летнюю маленькую девочку, шуструю и подвижную, что она чинно пару часов выхаживала с нами, разглядывала все это и, в общем, по-моему, получила невероятное удовольствие.
Тьерри Мюглер скончался в 22-м году, на 74-м году жизни, что, в принципе, в наше время вообще не возраст, люди живут намного дольше. Но вот так вот получилось. И, конечно, о нем скорбели очень многие люди, которые знали его при жизни, и те, кто работали с ним, и те, кто любовались его нарядами, и те, кто понимали, какой гениальным человеком он был. Он был настоящим визионером. Его работы создали целую эру в моде и оказали влияние на новое поколение дизайнеров, которые не боялись рисковать. Он был новатором в объединении искусства, истории моды, музыки, технологий и культуры. Я, в принципе, с этим абсолютно согласна, потому что он действительно создавал что-то необыкновенное, какое-то, знаете, это не просто одежда, это действительно произведение искусства, которое, честно говоря, я не видела ни у кого из модельеров что-то похожее. Ну что ж, дорогие друзья, подошел к концу мой рассказ. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Люблю всех, целую. С вами была Дита из Канады. Всем привет. Пока-пока-бай.